Приветствую вас на моем канале «Играй вместе с Машей». Мой папа подарил мне аквариум. У нас сегодня одна рыбка, и ее зовут Сосудик. Она хочет, чтобы у нее было много рыбок. Она всего лишь одна. И поэтому мы поедем за рыбкой. Ей, чтобы она с ней плавала и веселилась. Маша, рыбку выбираем. Какой ты будешь выбирать? Убегает наш. Бежим скорее домой заносить малышей в аквариум, чтобы они не замерзли. Вот какие наши малыши. Мы взяли 10 рыбок, 2 лягушечки и 1 водяную ниточку. Вот у меня не все. Вот мне 2 лягушечки, вот мне 1 котик, а вот мне там. А котику тоже интересно. Дай котику понюхать. Ладно, понюхай. Кто они? Ему любопытно, кто они такие? Мы вместе с проснулись. Да нет, что ты. Этих малышей теперь запустили в этот новый домик. Она просто такая, я звезда. Это не будет. И сейчас я думаю, что надо их покормить. Конечно, они голодные, наверное. Вот там наш корм. Они увидели корм? Лягушка выгорает. Выгорает? Вот какая это улитка. Если вам нравится мое видео, ставьте пальчики вверх. И подписывайтесь.